сотрудник пресс-центра МВД России Владимир Коновалов. В Москве и в Санкт-Петербурге сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно со следователями Следственного департамента МВД проведены обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения свыше 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги были выделены на проведение работ по реконструкции и реставрации восточного крыла здания бывшего главного штаба в Государственном Эрмитаже. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 2010 по 2013 год группы лиц были внесены необоснованные изменения в уже утвержденную ранее проектно-сметную документацию. Пытаясь завуалировать свою противоправную деятельность и скрыть факт хищения при сдаче объектов, злоумышленники подделали акты о выполнении работ, внеся в них недостоверные сведения о фактических объемах и стоимости работ. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.